Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Балезина. Здравствуйте. Кировчане могут получить нулевые счета за отопление. Квитанции за май в Кирове и Кирово-Чепецке будут последними за отопительный сезон 2020-2021 годов. Если в доме нет счетчика, то квитанции будут нулевыми, поскольку в таких домах оплата идет по нормативу равными долями с сентября по апрель. Если прибор учета есть, то расчет платы будет по его показаниям. При этом они фиксируются на 20 число месяца, а остальные 10 дней плюсуются к показаниям следующего месяца. То есть в квитанции за май будет предъявлена плата за отопление за период с 21 апреля по 11 мая. Именно в этот день было принято решение об отключении отопления. Программа «Экономика». Победилова получит 500 000 из федерального бюджета. Кировский аэропорт прошел отбор Росавиации на получение субсидии на возмещение недополученных доходов за оказание услуг по обеспечению полетов за первые 4 месяца 2021 года. Он получит 543 тысячи рублей. Для сравнения, аэропорту Казани выделяют в 10 раз больше – 5,5 миллионов. В аэропорт Нижнего Новгорода направят сумму в 100 раз больше – 50 миллионов. Экономика на 101 FM. Роспотребнадзор устраивает для бизнеса день открытых дверей. Правда, прийти к специалистам нельзя, можно только позвонить из-за коронавируса. 10 июня с 12 до 16 часов можно звонить по телефону горячей линии 40 67 20. Можно обращаться за разъяснением требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, по защите прав потребителей, по поводу проверок, по устранению нарушений. В день проведения акции предприниматели могут также обращаться за консультациями по телефонам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора в районах. Экономика. В завершение о валютах. Официальный доллар сегодня 72 рубля 83 копейки. Евро стоит 88,64. Ольга Балезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.